Юморист Михаил Галустян на фоне коронакризиса лишился второй за месяц компании. На этот раз обанкротилась занимающаяся разработкой мобильных приложений фирма Wazer Life. Wazer Life была зарегистрирована в ноябре 2019 года, но меньше чем через год прекратила свою деятельность из-за долгов перед кредиторами, отмечается в сообщении. Фирма должна была представить на рынке мобильное приложение с 3D-фигурками звезд российского шоу-бизнеса, с которыми можно петь и снимать забавные видео. В результате программу с элементами дополненной реальности разработали специалисты совершенно другой компании, а Галустян стал лишь партнером. Ранее стало известно о банкротстве компании «Топ Фильм Комедия», учредителем которой Галустян являлся с 2011 года.